Только директор здесь взрослый, артист цирк Андрей Стрельцов. А вообще, все в лошарике, именно так называется аттракцион, делают сами ребята. Это их работа, поэтому у ребят есть свои трудовые книжки, и они получают зарплату. Здесь можно купить билет на любой аттракцион, который, кстати, тоже продают сами ребята, и покататься на лошадках или пони. Если бы не лошарик, неизвестно, как сложилась бы судьба этих животных. Может быть, они вовсе не были бы в живых. Ведь эти лошади уже старые, или списанные, как их называют. Честно заработанные ребятами деньги идут в основном на корм животным, ведь все сегодня стоит дорого.